Друзья, всем привет! Меня зовут Василий Вишневский, я нахожусь в парке Покровская Стрешнева. Это в Москве такой парк небольшой, рядом с метро Войковская. Здесь вывели свое потомство чеглаки. Высоко на сосне заняли чье-то гнездо, возможно, старое воронье. И молодые птицы вместе со взрослыми некоторое время держались недалеко от гнезда. Посмотрим, чем они питаются под кормовым деревом, на котором они часто сидят. Мы нашли с Антоном Мироненко-Маренковым остатки, или останки, тут, наверное, правильно, останки, да? Вот такие. Скорее всего, это все стрижи. Это даже с черепом. Хотя тут какие-то птички. А, вот это вот вроде бы поменьше. Это не стриж, наверное, да? Это мухоловка, что ли. Вот. Ну да. Это какая-то воробьиная птичка. Ну вообще стрижи — это такая довольно частая добыча чеглака. Несмотря на то, что стриж самая быстрая птица. И для нее есть свой хищник. Например, чеглок. Вот вчера, 26 августа, мне удалось вместе с Антоном Мироненко-Маренковым поснимать вот этих молодых чеглаков. А сегодня, воскресенье, 27 августа, птицы тоже были, но как-то недолго. Потом они куда-то, видимо, улетели на охоту. Интересно, что чеглаки реагируют на голос, если включить запись голоса. Они подлетают, особенно в начале, а потом как-то уже меньше внимания уделяют проигрыванию голоса. И вот сегодня тоже в начале подлетел сокол, подержался немного рядом, но недосягаемый для видео и фотосъемки в кроне сосны спрятался за хвоей. И все, и потом они пропали. Вчера чеглаков мне удалось немного поснимать на видео в режиме замедленной съемки 180 кадров в секунду и в обычном режиме 4К. К сожалению, с добычей соколов заснять не удалось, но вот как они сидят на верхушках деревьев, чистят перья, чешутся. Вот эти несложные эпизоды из жизни удалось запечатлеть. В общем-то, для первого раза и то неплохо. Так, сейчас посмотрим под сосной, на которой сидят молодые чеглаки. Что там есть, в принципе. Вчера уже смотрели, там были остатки в основном стрижей. Так, смотрим, смотрим. Тут ничего не видно. Вот здесь, по-моему, наши стрижи. Да. А вот новые, кажется, появились или нет. Да, вот этих перьев не было вчера. Значит, еще одного стрижа поймали. Причем вот такие белые. Такие белые окантовки означают, что стриж молодой. Вот, вот эти вот мы вчера собрали здесь вместе с Антоном Мироненко-Маренковым. А вот эти два крыла свеженькие. Так что можно констатировать, что 27 августа стрижи еще в наличии. Крылья какие крупные. У меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте оценки видео, спрашивайте, что вас интересует. Всем пока, всем добра.